Про наш Архангельский край столько всякой неправды да напраслины говорят, что придумал я сказать всю сущую правду. Все как есть у нас. Есть много проблем, которые нужно решать, чтобы город снова прикоснулся к морю, к своей действительно настоящей культуре. Когда мы хотим узнать, а что же будет с городом дальше, мы должны понять, а что мы-то сами хотим. Город тоже эволюционирует и становится уже галереей. Это как раз-таки пример созидательного влияния публичного искусства на город. Потребности современного городского человека тут как-то вот прикоснуться к каким-то эфемерным корням, про которых никто точно не знает, что это такое, где это взять. Все зависит от того, какими мы сами хотим стать. Что не скажу, все правда. Кругом-то свои земляки соврать не дадут.